Дорогая Ксюша, я хочу тебе не только поклясться, но и признаться. Я уже не могу представить, как бы сложилась моя жизнь, не встретя тебя. Но мы встретились. Мы полюбили друг друга. Я полюбил тебя. Ты смысл моей жизни, и терять я тебя не хочу. Я буду с тобой и никому тебя не отдам, не предам и не обижу. Я тебя люблю. 2 года назад мы впервые увиделись с тобой. Тогда я не могла представить, что я буду стоять здесь. Я всегда буду твоим вдохновением. Я всегда буду твоим домом. Ты не всегда можешь положиться на меня. И самое главное, что я обещаю тебе, что я буду очень сильно любить наших маленьких рыжих деток. 10 февраля 2017 года. Свадьба у наших любимых Василия и Ксении. Друзья, вы готовы? Не слышу. Ребята, вы готовы? Тогда поехали! Дорогие наши Вася и Ксюша, мы вам желаем, чтобы на этом долгом пути вам сопутствовала любовь, радость, счастье, смех и песни ваших детей. Счастья вам! Желаем здоровья, желаем вам счастья, желаем крепкой любви. Совет вам да любовь! Сегодня, ведя свою дочь под венец, я ощущал непередаваемые ощущения и радость за нее. Ее избранник Василий верен, что он подарит ей непередаваемое счастье на всю оставшуюся жизнь. Нам, мужчинам, иногда довольно тяжело понимать женщин, но любить их, оберегать и поддерживать мы их должны всегда. И поэтому я вам дарю свое благословение. И пусть ваш дом наполнится детским смехом и топотом маленьких ножек. И тогда все мы будем счастливы.